Призывник соврал в военкомате, что у него плохое зрение, и вот что с ним стало. Вызвали как-то одного призывника в военкомат, планировали отправить в армию. Призывник испугался, как трехлетняя девочка. Долго думал, как отмазаться, да не придумал ничего лучше, чем сделать вид, что у него плохое зрение. Великолепный план. Надежный, как швейцарские часы. Смотришь на буквы и делаешь вид, что не видишь их. Пришел он в военкомат, все время щурился. Врачи смотрели на него очень подозрительно. Настала очередь окулиста. Призывник прикинулся, что у него плохое зрение. Направили его в итоге на дополнительное обследование в клинику. Там он тоже корчил из себя слепого. Но потом специальное устройство замерила зрение и выявила, что у нашего героя зрение лучше, чем у ястреба. В итоге забрали его на службу, зато четко будет попадать в цель. А какое у вас зрение? Напишите в комментариях.